Друзья, мы продолжаем наши стишки сочинять. Вот один из стишков сочинили ученики. Немножко тяжеловесно, но зато сами. На себя девятку умножить нелегко, ведь произведение будет велико. Но мы не боимся сложностей вершин и пишем ответ. 81. Молодцы. А теперь то, что я буквально минуту назад сочинил. Ладно, 5 минут назад сочинил. 9 на 9 нужен трамплин. Площадью 81. Давайте теперь споем. 9 на 9 нужен трамплин. Площадью 81. 9 на 9 нужен трамплин. Площадью 81. 9 на 9 нужен трамплин. Площадью 81, 9 на 9 нужен трамплин, площадью 81. А какая у вас получилась, какой у вас получился стишок на 9 на 9, 81? Пишите смело в нашем чате под этим видео в комментариях. Очень интересно будет. Я думаю, у вас все получится, потому что лучше даже написать немножко корявый стишок, какой-то даже немножко не в рифму, но зато свой, и который вы хорошо представляете. И таким образом запомнить, чем не написать вообще и не запомнить. Так что молодцы, ребята, кто пишет. И вы каждый раз все будете лучше и лучше писать. И жду ваших ответов, какие они у вас замечательные, какие они у вас здоровские и интересные. Будем каждый раз улучшать, и у нас будут шедевры. Молодцы! До скорых встреч!